Здравствуйте. Меня зовут Засименко Ирина, я руководитель проекта «Супермаркет Семян». Сегодня я хочу рассказать вам о втором выпуске нашего журнала «Супермаркет Семян». Второй выпуск журнала вышел в свет в феврале месяце и посвящен теме «Весенняя посевная 2015». Данный выпуск составил 32 страницы и тираж 2000 экземпляров. Напоминаю, что наш журнал можно получить абсолютно бесплатно в каждом заказе, оформленном в нашем интернет-магазине. Также печатную версию вы можете скачать или полистать у нас в разделе «Печатная продукция». Данный выпуск номер 2 содержит в себе это прежде всего обзор, что находится в данном выпуске, коллектив, который отвечает у нас здесь за отдел логистики, антифейк наш любимый. С этого выпуска мы начали печатать историю одной из компаний, которая продает семена на рынке Украины. Также овощные новинки стала новинкой раздела и выпуска. Рейтинги популярных цветных капуст, брокколи, рейтинг популярных капуст ранних и средних, также поздних и среднепоздних, рейтинг пекинской капусты, то есть все то, что высевается весной, ближе ко второй половине весны. Почему так? Потому что в феврале клиент получил наш выпуск с заказом, и у него есть еще достаточно времени изучить наш журнал и купить то, что ему понравилось со страничек нашего журнала. Также отзывы, новинки, рекомендации, красивые фотографии, описания – это все представлено в нашем выпуске. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.